Итак, продолжаем. Чего хочешь? Ну хуй, давай. Идем. Ханако-сама. Идем к Ханаке. Идем посмотрим, что там будет. Что? Что говно? Падре, что ты хочешь? Что падре хочет? Да пошел ты. Мне нужно... Я не хочу ничего купать. Что с тобой? Блин, да это не интересно так. Черт, что мне делать? А этого я не ожидал. Блин. 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 Чёрт. Жопа. Ну тогда нужно сделать вот так. Ханако, прости, но тебе надо будет ждать долго. Не ожидал я такого. Что? Снова к нам? Ну ты как? Готова? Бести должна уже сейчас прийти. Ты хочешь сыграть на ее чувстве вины, чтобы она тебе помогла? Ты помнишь ей, как она бросила тебя умирать в Росака Таун? Во-первых, она была уверена, что я умер. Во-вторых, я бы не стал лишь даже. Мне это не нужно. Хочешь выехать на харизме? Бестия мне еще ни разу не отказывала. Давай еще раз. Ты просто поговоришь с Бестией про Смешера. А потом отдашь мне руль и снова станешь пассажиром. Ладно, посмотрим. Не волнуйся, будет не больно. Может, тебе даже понравится. Начинаю жалеть, что согласилась. Окей. Я готова. Ты какая-то другая. Прическу сменила, нет? Блять, как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходила. Что будешь пить? Old fashioned с текилой. Долей сверху пива и брось немного чили.
коктейль Сильверхенда? Что-то давно его никто не заказывал. Знаешь, что мне сейчас нужно? Оно есть в меню? Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сама пойти проверить. У него мастерская в Уотсоне на Першинг-стрит. Ну, так что делаем? Козла? Или ту, другую? Другую. Она будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да. Кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Эй! Что за... Эй, бармен. В какой руке? Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышала? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. От Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Ну, как и вы. Идите работайте дальше. Ты ща кровью блевать будешь. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Куда едем? На Мартин-стрит. Но сначала покатаемся. Тебе идет? Огонька нет?
боже мой! Блин, я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсоном. Всегда с утра кровью харкаешь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. Ты не слишком удивлена? Вчера уже успела поудивляться. Только ты, похоже, ничего не помнишь. Ну, какую-то часть помню. Слава богу, не все. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какая милая девочка. Жалко, что так быстро слетела с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди, Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время? После взрыва Арасака Тауэра 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Последний раз. Да, не знал я, что эти пилюли тебя так раскатают. Может, все было бы не так плохо, если бы ты их не мешал, хер знает с чем. Ты напиздел. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. Стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка. Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Эбуники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе — это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Ох...
Что это за место вообще? Куда ты меня притащил? Да где ты можешь наблевать, так что нехер выпендриваться. Получше? Нет. Совсем не получше. Где домик? Интересно, Джуди что-нибудь скажет? Или нет? Или да? Или нет? Все еще тут. Невероятно. Как раз тебя вспоминала. И да, исключительно в хорошем смысле. А, да ничего у меня нового. Лучше расскажи, что у тебя. Мне интересно. А моего через окна выйдет. Не дает. Ладно. К ней лучше не возвращаться вообще. Нужно... Ох, ты боже мой. Черт. Ну ладно. Что я могу сказать? Пособираем карты. Thank you.
какой еще, блин, код? За кинотеатр? Ты подумай. Да, я подумаю. Что тут еще было? Нужно выбираться отсюда теперь. А как? Вижу. Почему не зацепилась, дура? Вот так вот. Ну вот, куда дальше? Давай сюда. Где ты?
Ну? Да что с... Да неужели? Еще добавят ссылку на Деламейна. Там один во время съемки проехал. Ага, круто. Хоть с этим разобрать. Нормально? Ты правда переживаешь? Это что, студия какая-то? С оружием. Что это за место вообще? Какая-то крепость. А что тут? Росака. Бассейн. Какая-то вилла, да?
Ничего не понял, что это вообще за место. Вы кто такие? Проваливай, попрошайка! Блять, на каждом шагу уже. Ничего не понял. Мне интересно как-то. А это что? Где еще? Тут. Есть еще, о, блин, район новый. Еще тут. О, заебись. Критическая ошибка. Опять. Итак, критическая ошибка мне не помешает. А это что? Ну что, что, что? Что-то за карты. Одну, две, три, четыре. Еще четыре. И где мне их найти? Ох ты. Мы сейчас закрыты. А поговорить не хочешь? Не хочет. Здесь было, да? Какой-то район новый. А
Вот так вот. Да ты чего там стоишь так далеко? Еще одна тут. Я же взял. Еще два. Еще два. Поговорит. Хватает еще. А? И где же они все тогда? Интересно. Нужно улучшать свое оружие. Давай. Да бля. Невероятно. Уровень нужен. Зашибись просто. Такого я не ожидал.
Если честно. Уровень. А, боже ты мой. Одно очко. Я могу использовать против. Опять критическая ошибка. Ну что с вами такое? Проклятие! Опять заново. Не сохраняется. Вот где проблема. Мисте, блин. Давай не сломайся. О, не сломалось. Так будет быстрее. Ну слезь уже. Поговорим с Мисте. Последний раз, наверное. Я так думаю. Игра заканчивается. Что это за звук все время? Мисте, 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 мисте. А, вот ты где. Мисте, я опять видела странные рисунки. Начинаешь понимать их смысл? Что они тебе говорят? Это просто разные карты Таро. Походу, мои мозги уже не починишь. Таро — это история о пути Шута. Покажи мне, что ты видела, а я расскажу, что еще осталось. Вот. Не хватает еще двух арканов. Страшного суда и дьявола. Думаю, они появятся в переломный момент твоей жизни. И он случится совсем скоро. Главное не нарваться на дьявола. И это будет явно не к добру. Эта карта символизирует первобытные скрытые желания, но также и волю к жизни. Ну, звучит не так уж страшно. А еще она символизирует ложный мир. Ловушку желаний. А этот Шут, куда он идет? Шут, это ты и Сильверхенд. Вы прошли долгий путь и раскрыли свой потенциал. А куда мы идем? Ваш пункт назначения — мир. Последний аркан. Вы оба объявили миру войну, и у вас есть лишь два возможных варианта. Объявить о своей победе или найти компромисс.
А еще мы можем проиграть. Да. Увы, это тоже правда. А что за страшный суд? Один из вариантов будущего. Расплата, трансформация, пробуждение. Ангел с трубой символизирует конец эпохи и возвещает о перерождении, о новом начале. Спасибо. Ничего не поняла, но прикольно. Ты поймешь, когда придет время. Всего я тебе объяснить не могу. Таро говорят мне, что ты можешь прийти к миру одним из четырех путей. Как это? Последний участок пути ты можешь пройти через Солнце, Звезду, Умеренность или Дьявола. Угу. А еще я могу сдохнуть и не дойти никуда. Ой, да ладно тебе. Ты себя в обиду не дашь. Возьми. Это все, что я могу для тебя сделать. Удачи тебе, Ви, на том пути, который выберешь. Это концовка, мне что-то нужно будет выбирать. Ты чего? Кто-то понравился? Нет, здесь просто моя знакомая. Да ну, из каких пор у тебя такие знакомые? Забей, это давно. Так, что с ней стало? Опять этот полицейский. Я же его прибил. Он живой. Да, сохранение есть. Это радует, если честно. Еще двоих не хватает. Вот-вот. Что я могу сказать? Опять критическая ошибка. Ну заебали уже. Сдохните. Опять критическая ошибка появилась. Где перемещаться туда? Мне нужно... Упс, не так. Мне нужно... Да блин. Почему показывает так странно все? Не видно даже нормально. А зачем, чертики? Я же проехать мог бы. Извините, не подскажете? Здесь есть можно. Да где же это опять? Лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожна. Если ты их вернешь, кое-кто из риферов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме. Подробность. Мне интересны твои подробности. О. Я так сразу попал наугад.
Интересненько. Эти лекарства вообще-то не вижу. Так где эти лекарства? Черт! А, второй этаж есть. Не задумался вообще-то. Ладно, ладно. Ты только не пальни ненароком. Как ты меня нашла? Ничего личного. Я тут по заказу от Фиксера. Отдай краденые препараты, и я исчезну. Краденые? Баллоперидол их вообще не действует. Так кто тут у кого украл? Кто? Рипперы. Вот настоящие бандиты. Баллоперидол? От киберпсихоза? А-а-а! Я не псих! Тихо, тихо. Заткнись! Уходи! Сказано тебе, отдай не препараты, двигаться! Раз не действуют. Они тебе не нужны. Все вы из одного теста. Рипперы и поли... Выходи, паскуда! Такие эти миссии такие так себе. Ах.
Получше даже. Невероятно. Блин. Да как так? Спасибо, Ви. Было нелегко, но ты вела себя как настоящий профи. Дело сделано, контракт закрыт. Окей. Что тут? Давай сюда. Ну, где эта перемещалка? Где-то здесь. А? А, вот. Эй, ладно тебе. Ви, мне нужна одна вещь. Именно мне, не клиенту. Ух ты, это редко бывает так. Поэтому отнесись к работе со всей серьезностью. Риск высокий. Работать надо на территории тигриных когтей. Подробности я переслала. Thank you.
Господи, почему я не попал в башку модели? Или хотя бы, не знаю, там, ландшафтного дизайнера? Ну скажи, что опять не так? Ты опять таскаешь меня по каким-то вонючим помойкам. Вот что. Жесть. Ну и клоповник. Да ладно. Не ты ли полжизни бомжевал по заброшкам? Да это другое дело. Я тогда был вечно пьян и не в себе. Так, так, так. Потайные двери. Как банально. Но вот почему люди настолько предсказуемы? Ну и как открыться-то? Видимо, есть связь с теми дверьми. Или со спусковым механизмом толчка в сортире. Похоже, Лия пошла к тигриным когтям за спиной у Вакака. Ай-яй-яй. Когти не из тех, кому стоит доверять. Посмотрим, насколько ей повезло. Задание интересное, конечно, но наступила какая-то ностальгия, что это уже конец. Ну, с этим ничего не сделаешь. Да уж. Есть новости? Да. Лифт, лифт, лифт. Злой чувак. Ой. Постой, что с гранатами вообще?
Да мне без разницы. Чуешь ты или не чуешь? Бинго. Иди к мамочке. И вот из-за этой малюсенькой херовины столько людей полегло. Размер не имеет значения. Мы оба знаем, что на самом деле это неправда. Похоже, тебе удалось найти отмычку. Великолепно. Продолжай в том же духе. Закрываю запас.
что это? Ты где вообще? Посмотри письмо, которое я отправила. Там указан адрес. Тебя будет ждать Сергей Карасинский на автомобиле. Твоя задача — доставить его тигриным когтям. В смысле, авто, не Сергея. Все понятно? Надеюсь, что да. Я от Вакака. А, так ты мой спасательный круг. Меня зовут Сергей. Я Ви. О, ну тогда можешь назвать меня С. У меня в гараже небольшой подарок от тигриных когтей. Что, прямо так? А на вид ты не особо-то и напуган. Это потому, что я наконец вижу свет в конце туннеля. Осталось всего ничего и свобода. С какой стати ты уверен, что тигриные когти примут твой подарок? Да 100%! Уж поверь мне, я русский. Мы такие вещи хорошо чуем. Ты, главное, доставь его по адресу. Ну ладно, высылай координаты. Минутку. Я в гараж дверь открыл. Если что, она изнутри тоже открывается. Подарок — автомобиль? Не просто автомобиль. Ну, в общем, да. Ты подгони его по адресу, они там разберутся. Только смотри не накосячь. Я на тебя рассчитываю. Какой большой автомобиль, блин. Слава богу, ты не он. Выпусти меня быстрее, пока он не вернулся. А ты кто? Пушкин. Алекс Пушкин, старший ассистент по контролю качества корпорации «Биотехника». Как старший ассистент по качеству связан с бандой «Тигриные когти»? Ты на них работаешь? Я же сказал, что не приму их предложение. Все сложно. Вылезай, пока я не передумала. Я не знаю, что происходит, но спасибо тебе. Обещаю, ты не пожалеешь. Тебе же Вакака дала этот заказ. Я ей заплачу. Она ничего на этом не потеряет, и ты тоже.
думала, ты последний человек, кого мог бы подкупить корпорат, засунутый в багажник. Ты не перестаешь меня удивлять, Ви. С другой стороны, выигрывает тот, кто предлагает больше. О, я не о Сергее. Нет, к сожалению, вмешалась другая заинтересованная сторона. Кто знает, что с ним теперь будет? Услуга за услугу, Ви. Услуга за услугу. Заказ закрыт. Странные задания всякие. Это что? Опять этот автомат. А где автомат? Минутку, а где Брэндон? Забрали его. Просто взяли и забрали. Сказали, надо проанализировать какие-то там данные. Я пыталась их остановить. Говорила, что он мой лучший друг. Они решили, что я чокнутая. Если бы они с ним хоть поговорили, сами поняли бы. Брэндон ведь не просто автомат. Я знала, что не только я это почувствовала. Он ведь как живой человек. Его забрали в пункт обслуживания. Один пожалел меня, что ли? Оставил мне визитку с адресом. Пожалуйста, верни Брэндона. Я без него не справлюсь. О, сколько туда? Далеко. Брэндон, держись. Ого, клиент! Ущипните меня кто-нибудь. Чем могу помочь? Я к Брэндону. Его ведь вроде сюда привезли. Какому такому Брэндону? Да ты чего? Когда энергии немного, выпей кофе и в дорогу. Или как он там говорил? А, ты про торговый автомат. Да, рекламные слоганы у него такие, фиг забудешь. Ну, ты уж извини, я не могу тебя впустить. Вдруг ты чего поломаешь еще сильнее, чем было? Не знаю уж, чего вы там с ним делаете. Брэндон уникален. Настоящее чудо техники. Попробуй найди еще одну машину с такой когнитивной матрицей. Для Искина, существующего в таком стесненном... Да ладно, ладно. Как скажешь. Иди, только не сломай там ничего. Можешь посмотреть на свое чудо техники, пока обновление ставится. А
Какое еще обновление? Кого я вижу? Ви, какой приятный сюрприз! Пришла попрощаться? В смысле? Тебя что, хотят стереть? Ты же магнит для клиентуры. Благодарю за комплимент, но в этом-то вся проблема. Получилась недобросовестная конкуренция. Сейчас мне обновляют систему, чтобы я не был так похож на человека. Шеф говорит, что это плохо. Оказалось, я многих пугал. Глупый Брэндон! Зачем я только показывал им, что знаю об их проблемах? Если кому-то надо поговорить, он идет к психологу, а не к автомату с газировкой. Я догадывалась. На самом деле, никакой ты не искусственный интеллект. Очевидно же, для Искина со свободной волей нужен очень мощный процессор. Твой-то явно для такого будет слабоват. Верное наблюдение. Ты, должно быть, неплохой техник. Твой кодер заслужил первый приз. Первоклассный алгоритм имитации речи. Я даже почти купилась. Ты, кажется, разочарована? Ну, мало кто может похвастаться дружбой с торговым автоматом. Это настолько абсурдно, что даже прекрасно. Обновление скоро закончится. Передай Тео, что мне будет ее не хватать. Мне следует сейчас огорчиться, как будто у меня действительно есть самосознание. Давай расскажу тебе последний анекдот. Голосом умирающего героя, который смеется в лицо смерти. Ха. Ну, хочешь? Знаешь что? Хочу. Может, и меня научишь так смеяться? Ну, Ви, ты только не раскисай мне тут. Тебе надо жить дальше. Передай Тео, что она сильная. Сама не знает, насколько. Я передам ей, Брэндон. Передам. Эй, Ви, а где был Джонни Сильверхенд после взрыва бомбы в Арасака Тауэр? Не знаю, Брэндон. Где? Везде, Ви. Просто везде. Инсталляция обновления успешно завершена. Прощай, Брэндон. Мне будет тебя не хватать. Да, вода теперь поговорить. Черт. Где перемещалка? А что тут? Будет, если тебя прикончат, если ты проиграешь все наши деньги. Ви? Выкинь дури с головы. Или
что-то Таро карта напоминает. Ты Цезарь? Я пришла на бой. Да, это я. Самый крутой их Ихо-де-Путто в Глене. И самый худший отец в Найт-Сити. Микаэла, крошка, я знаю, что делаю. Доверь. Я с тобой не разговариваю. Спустил все деньги на хром, а теперь... Короче, я сдаюсь. Все. Может, хоть ты ему мозги вправишь. Ему будет полезно. Микаэла! Микаэла, подожди! Что в тебя? Короче, мне срочно надо много денег. Поэтому только серьезные ставки. Я ставлю на кон свою тачку. Или ты ставишь только же налом, или боя не будет. Да как-то мне пофиг. Хорошо, я найду деньги. По рукам? По рукам, давай. Чисто на кулаках ведь? Ты ж не вытащишь из жопы наноструну или клинки какие-нибудь. Да. Я чё спросил-то? Чувак для тебя мне кошками своими чуть кишки не выпустил. Ну что, погнали? Ага, погнали. Ладно, держись, я тебе спуску не дам. Уже дал. Это слабак какой-то. Милая, прости меня! Черт, я... Заткнись, пендехо. Отдавай ключи и быстро домой. Да мне не нужна твоя моя долбанная машина. Вот, держи. Береги ее. Оставь себе деньги. И тачку тоже. Я у тебя ничего не возьму. Ты... Ты что, серьезно? Такими вещами не шутят. Я это... Блин, я не знаю, как тебя благодарить. Просто не потеряй то, что у тебя осталось. Приложу все усилия. Оф. Вроде обошлось, да? Угу. Везет ведь всяким пендехос. Как назовем малыша? Давай как-нибудь Нави? Да нет же. А почему кулаки? Тут Себастьян, нет. Thank you.
Так. Ну? Ну что, ты нашла его? Где он? Он вернется? Я его нашла. Он просил передать, что ты очень сильная. И всегда такой была. Ну, то есть с ним все в порядке, да? Я, выходит, зря волнуюсь. Просто делаю из мухи слона. Предполагаю самое худшее. Я опоздала. Ему переустановили систему. А это плохо? Брэндона больше нет. Его заменили примитивной программой, которую инсталируют в любой автомат. Он просил передать, что ему будет не хватать тебя. Сука! То есть, спасибо. Эта дурная машина – лучшее, что со мной случилось за год. Знаешь, Брэндон вытащил меня из такого мрака. И неважно, кто он на самом деле. И мне будет его не хватать. Ну ладно. О, никому не нужно. О, как много хлама, боже мой. Да уж, хламо то еще. Да, не нужно нахрен. Ну вот у меня штаны-то зло какое-то. Говно, а не штаны. Это еще что такое? Ну что еще у нас тут? Красный пророк. Что это? Что за красный пророк? Где он вообще? Здесь? Что ты думаешь? И здесь? Я не понимаю.
дамп. Гараж около дамбы. Дамбы. Так хрен я найду здесь. Это твое. Просто заблужусь и все. Ничего интересного просто нет, да. Расследование есть какое-то. О, расследование. Крестицюшка, ошибка, заебали. Все. Всем спасибо, что посмотрели, и пока.